Накануне балерина «Всея Руси» произвела антифурор на канале «Россия-1», куда ее пригласил звездный телеведущий Андрей Малахов. Как водится, в студию Анастасия Волочкова впорхнула в откровенном наряде, под которым предусмотрительно не оказалось лифчика. Сверкнув длинными ножками и торчащими сосками, блондинка, видимо, решила, что настала пора для разительных перемен. Появившаяся в микроблоге танцовщица несколькими часами ранее публикация стала приятным сюрпризом для ее многочисленных подписчиков. Завидев резко похорошевшую Анастасию Волочкову в роскошном вечернем платье, люди ахнули от изумления. Самопровозглашенная королева шпагата действительно сумела сорвать аплодисменты, которыми ее одарили даже заядлые скептики. Глядя на восхитительную артистку, наблюдателям ничего другого не оставалось, как снизойти до комплиментов. Похвала – это не то, с чем так часто приходится иметь дело Насте. Но в этот раз преобразившаяся знаменитость действительно заслужила всех тех добрых слов, которые появились под ее публикацией. Ранее сообщалось о скандальных деталях увольнения Анастасии Волочковой из Большого театра. Против хрупкой примы ополчилось не только руководство, но и ее бывший покровитель. О несправедливом отношении, травле и унизительных ультиматумах, с которыми тогда пришлось столкнуться не только балерине, миру поведал Николай Цискоридзе.